И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Валериан, и сегодня я вам покажу, как можно смотреть статистики Brawl Stars. Для начала вам надо будет найти приложение Brawl Stars for Brawl Stars, то есть Brawl Stars для Brawl Stars. После этого вы его закачиваете. Когда оно закачалось, вы в него заходите, и там вы, короче, пишете свой ID, чтобы вы могли следить за собой. Вот, например, я. Вот, здесь все уже показано, что у меня здесь есть, чего нету. Ну, короче. Ну, там, ну, обновить как-то там. Вот, да, вот так вот. Вот видите загрузку сверху? Типа вот так вот надо будет обновлять. Но это самое, ну, не главное. Потом здесь это, если честно, то я не помню, что это. Это типа с кем я сражался или что сейчас идет, вообще не знаю. Ну, это топы там всякие, настройки и все такое. Вот, события, все, что вам надо. Например, вот текущие. О, столкновения, давайте идем сюда. Вот. Для столкновения хорошие будут игроки, например, Ворон, Леон, Бо, Пэм, Шелли и Бул. Но это именно для вот этой карты будут хорошие. А вот это статистики всех персонажей. А для одиночных будет очень хорошо, ну, подходить Би, Роза, Карл, там, Пэм, Дэрил, ну и все такое. Здесь тоже для парного сражения. Здесь как проценты написаны. Вот это какие команды хорошие. Здесь во всех командах есть Дэрил, так что на этой карте будет Дэрил очень полезный, я вам скажу. Там Дэрил и Поко, Дэрил и Джесси, Дэрил и Эмс, Нита и Дэрил, Дэрил и Динамайк, все такое. Вы так можете смотреть, ну, на каждую, ну, штуку, блин. Ну, здесь рекламы иногда бывают. Но ради такого можно и рекламу и посмотреть. Ну, вы поняли. Здесь еще можно на предстоящий, то есть что будет потом. Потом будет вот такая карта. И там уже будет совсем уже по-другому. Ну, только здесь теперь уже будет все время Пенни. Ну, короче, для какой карты будет все, что лучше? Вот насчет вот этого вот я не знаю. Но статистика, это реально помогает. Я проверял, мне оно очень помогло. Кстати, что будет здесь? А, у нас пока нет статистики для этой карты. Ну да, такое тоже бывает, когда еще ну, не успевает обновить. Но если вам было полезно это видео, то я не знаю. Просто, короче, если вам было полезно это видео, то на здоровье. И, кстати, с Новым годом вас, потому что уже Новый год, 2020 год, хотя в будущем, я не знаю, если мой канал не удалят, хотя его, скорее всего, удалят, потому что новые правила Ютуба и все такое, бла-бла-бла, мне это не очень нравится, но посмотрим, если удалят, то, если не удалят, то ладно. И что, то те, кто меня будет потом смотреть уже, то не с 2020 годом, а с каким-то, каким, какой там будет год уже. Ну, короче. Вы поняли меня. Наверное. Ладно. С вами был я, Валериан. Всем пока.